так выглядит кран, который полежал на улице буквально вот 2-3 минуты, минус 15, наверное, где-то было, пока я ведра перетаскивал с одного места на другое. Их просто разорвало. Оцениваем потери. 4 дна выбило, 4 ведра на выброс. Из них я выковырить ледышку не смог. Вот. До сих пор там внутри не замерзла вода. Прошло больше суток. Ночью минус 20, утром минус 15, вчера минус 12, минус 14 в течение дня. Вода не замерзает. Но зато кран разорвало, значит, нужно металлические ведра. Ну, их тоже, наверное, разопрет. Тоже, ну, у них сломает. Вот. Снега очень мало. То есть за всю зиму вообще снега не нападало. Да, до конца февраля снега не нападало никак. Первые морозы вот наступили 2-3 дня назад. В Твери нереально построить из снега что-то. То есть это нужно очень много снега. Где-то, ну, в лесу, в поле может быть, в городе никак не получится. Такая фигня. Вот все, что удалось наморозить за сутки. Такие вот штуки. То есть вот эта высота, это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть высоту ведер. Да, соответственно, мне их надо для полного строения. Будет, ну, намного больше. Порядка 10 ведер в высоту. Порядка 10 ведер в высоту. И вот этот круг. Здесь, ну, не меньше 15 ведер. Это по размерам палатки. Я притаскивал сюда палатку, ставил, мерил, натягивал на нее тент. Пытался как-то на этот тент накидать снега, накидать воды, полить все это дело. Но это нереально. Все скатывается, тент прогибается. Не получается вообще ничего сделать с тентом. То есть вот на объем палатки двухместной нужно не меньше 150 ведер заморозить. То есть это надо не меньше 15 металлических ведер. И 10 дней это все делать. Не знаю. Вообще не знаю. Короче, полный провал у меня сегодня. Вообще ничего не получилось. Вот такая фигня.